КВН, интеллектуальные игры, добровольчество. Студент может найти себя в любом виде деятельности. Сотрудники отдела по делам молодежи мэрии Магадана провели беседу с учащимися политехнического техникума. Специалисты рассказали о том, в каких мероприятиях студенты могут поучаствовать и реализовать свой творческий потенциал в сфере молодежной политики. Посвятили акцию Дню местного самоуправления. В частности, мы рассказываем о проходящих у нас на территории города Магадана мероприятиях различных направлений деятельности, о мерах поддержки молодежных инициатив, молодежных организаций, общественных объединений. Ну и также анонсируем проходящих и интересных для молодежи мероприятий, таких как «Студент года», акция «День дублера», различные конкурсы и прочее. Отдельно строкой стоит упомянуть, это знакомство студентов, как правило, это первого-второкурсники, с деятельностью городского молодежного корпуса. Если студент имеет какой-либо талант или навык, который он хочет применять, сотрудники отдела по делам молодежи готовы его поддержать. Также обратиться можно с идеей о проведении фестиваля или конкурса. Творческому человеку помогут и поддержат его, уверяют специалисты.